Что же там, ребята, кто же там, что же там за босс? Сразу нам подарочек будет сходу. Ух ты, вот это босяра! А что это за голова такая? На тебе, босс, бомбочки, на тебе еще бомбочку. Ого, на тебе еще. Вот это прикольно, ребята. Всем привет, ребятки, с вами Никита ТВ Геймс. И у нас заключительная серия по прохождению «Машина ест машину», первая часть, ребятки. Как вы помните, в предыдущих видео мы прошли все локации, локации все прошли, арены тоже все прошли, выполняли супермиссии, даже открыли там терминатор, который по какому-то глюку игры не работает. И поэтому, ребят, у нас осталось 1, 2, 3, 4 уровня, и наша игра будет пройдена. Так что давайте, ребятки, в этой серии попробуем пройти все эти уровни и сразиться с финальным боссом. Ну что, не будем откладывать дело в долгий ящик и вперед проходить первый из 4 уровней. Это у нас какой? 33-й, ребятки, уровень уже. Так, у нас есть турбочка, пока турбочку брать не будем. Ну что, вперед. Давай, Дитрик, покажем, на что мы способны. Надеюсь, никаких тут не будет уже новых тачек. Мы проходим, не спеша, 3 уровня, ребята. И ждем нашего основного боссика. Ух ты, эти шипы. Шипы на тебе. Бомбочку на тебе. Нифига себе, ребятки, мне уже броняку всю сбили. А нам-то еще ехать надо. Ладно. Что делаем тогда? Будем, может быть, перелетать. Эти уровни все. Давайте полетаем. Полетаем. Ну, так, насколько мы вроде не сильно разогнались мы, а? Ну ничего, ох ты, подарочек взяли, я уже и забыл, тут еще подарочки, хотя они нам уже не надо, ребята, эти подарочки. Мы все равно не можем зайти тебе в прокачку в гараж, так как у нас там терминатор сразу зависает, поэтому в гараж зайти, ребята, не можем, и ничего не сможем прокачивать, так что придется так только проходить эти все уровни, чтобы уже пройти эту игру и все. А, жизняку есть, я взял, ребята, жизняку. Куча бомб скинул, куча бомб. Ну что? Сколько там еще осталось? Еще пол, где-то пол уровня ехать этого нам. Ух ты, какие-то кирпичи. Да, тяжело, тяжело, ребята. Последние уровни очень тяжелые. Ну что же, Дитрик, давай, газуй. А может лети? Ух ты, давайте полетаем. Оп, 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 в кого-то мы врезались. Гатора какого-то. Еще один подарок, ребята. На тебе бомбочку. Ай, заморозку пропустил. Жалко, ребята, да? Жалко, что не взял заморозку. На тебе бомбочку. Ну что же. Так. Где там конец уже? Вот, все, ребята, мы подъезжаем к финишу. Ну, в принципе, нормально. Нормально, более-менее прошли. Фу, хорошо, ребятки, есть. Так, что у нас? Давайте покрутим немножко на спинчик. Ну, это так, вдруг нам жизняка. Да, точно, нам надо, в принципе, сейчас жизняку. Ух ты, 1250, наконец-то. В каком-то веке я выиграл 1250. Нам надо сейчас жизнь, чтобы, сражаясь с главным боссом, да, ребята, у нас была жизнь, точно, нам надо жизнь срочно. Ну, давайте, ай, нет, нет, нет. Чуть-чуть мы бы взяли жизнячку. Ну ладно, ничего, давайте перейдем к следующему уровню. Ну что, 34-й уровень, ребята, давайте его тоже пройдем. Посмотрим, что же тут нас ждет. Пока не берем нитро, просто, ребятки, едем. Давай, Дитрик, покажем им. Так, кто тут, клетки шипы сидят. Подарочек заодно взяли сразу, ай. Ух ты, у меня, смотрите, шипы впереди, да? Я буду кидаться бомбочками, которых у меня нет, ребята. На, вот так, тут одну бомбочку скину. Я уверен, что этот уровень будет по-любому сложнее, ребята, по-любому. Потому что мы уже близимся к заключительному. Ух ты, есть, по заморозку. Здорово, можно сматываться, быстрее сматывать, пока заморозка действует. Битлик. А, что-то Битлик тоже сегодня не в ударе у нас, ребята. Так, идем дальше, давайте пролетаем, пролетаем. Нам главное дойти до босса, ребята, и все. Ну же. Мы... скидывай бомбочку, скидывай бомбочку. Нам главное босс, ребята. Хотя подарочки возьмем. Подарочки нам надо, точно. У нас же жизнь. Нам надо
подарки для того, чтобы выхватить жизнь в пине. И тогда мы уже будем точно уверены, что будете кому пройдет. Вот там подарочек. Вижу, ребята, подарочек. Опа, есть, хорошо. Три подарочка взяли на этом уровне. Кидывай бомбочки, какие-то метеориты слабенькие, что я даже не сбиваю фигаторов. Ну что, едем вперед, только вперед, ребята. Вау, сколько мы уже собираем этих всяких рубинчиков. Неплохо бы прокачали бы нашего битвика. Но, увы. Вы смотрите, ребята, что здесь? Я просто скидываю бомбы и все, в надежде, что всех зацеплю. Давай дальше, битик, прорывайся. Прорывайся через этих гаттеров, не знаю, что такое, зажимают. Зажимают, ребята, полностью зажали. Ой-ой-ой, наверное, не пройдем, ребята, наверное, не пройдем. Так не хочется паниковать. Вперед, давай, вперед, пролетаем, пролетаем, ребята, пролетаем. Фу. Еле-еле, ребята, но мы еле-еле прошли этот уровень. Я уже был уверен, что не пройдем. Давайте покрутим наш спинчик. Пожалуйста, нам надо жизнь, нам надо жизнь. Нам надо жизнь. Ну, чуть-чуть, ребята, чуть-чуть. И у нас была бы жизняка. Давай еще раз спинчика. Пожалуйста, жизняку, стоять! Да что ты сделаешь? Ладно, еще разок. Стоп. Ну. Нет. Ну ничего, еще один уровень впереди. Надеюсь, там повезет. И мы выиграем жизнь, ребята. Давайте перейдем к предпоследнему, ребята, уровню. Вот он, предпоследний уровень. И дальше мы выйдем уже на уровень с боссом. 35-й уровень, ребята. Пока, да, Нитро не берем. Сохраним ее с ботиком подражаться. Ну что, здесь мы все сделаем красиво, ребята. Так, какие-то там сидят. Ну давай, битва, прорывайся. Так, хорошо, немножко бомбочек насобирали. Теперь можно... О, скидывай бомбочки! Да что такое, уже практически всю броняку мне сбили. Реально, уже всю сбили броняку. Вот это прикол, ребята. Я буду такими большими крыштами. Потому что без брони... Уезжай ты! Битлик, ну что такое? И бомбу скинул. И все равно не смогли уезжать. Сматываемся, конечно же, сматываемся. Отлично, взяли нитро. Уходим. Зря ушли там, ребята, была жизнь. Ладно, ничего. Ух ты! Сколько их тут? У меня вообще жизняки мало, ребята. Очень сложный уровень. Не знаю даже, что делать нам, ребята. Нам надо жить срочно, жизнь. Надеюсь, мы ее где-нибудь сейчас здесь выцепим. Хотя я сомневаюсь, ребята. Что у нас того подарка? Нам подарочек сейчас уже постольку. Дайте нам жизняку. Ух ты, я вижу два. Кто-то нас атакует там. Ребята, уходим. Так, ух ты, взяли еще один подарочек, хорошо. Прорываемся, о! Взяли этот вот, гроза. Хорошо, сейчас нам гроза поможет. Давай, гроза, сбивай ты их. Ну же! Скидывай бомбочки, я просто все успеваю бомбами. В надежде, что меня никто не тронет. Фу, есть, ребята, мы прошли, давайте покрутим спинчик. У нас сколько? Два спина. Нам надо жизнь. Нет, пожалуйста, последний раз. Чтобы быть уверен, что мы туда босика собьем. Ну, увы. Увы, ребята. Ну ничего, будем пытаться так с боссом тогда сражаться. Ну что, ребята, у нас 36-й уровень, последний. И здесь нас ждет финальный босс. Ну что же, давайте посмотрим, кто это. 36-й уровень, ребята. Заключительная серия. Что, берем нитро? Конечно. Жалко, жизни нету. Ну что, вперед, ребята. Поехали, босс. Давай, выходи. Мы тебя ждем. Кто же там, ребята, кто же там? Что же там за босс? Сразу нам подарочек будет сходу. Ух ты, вот это босяра. А что это за голова такая? На тебе, босс, бомбочки. На тебе еще бомбочку. Ого. На тебе еще.
Вот это прикольно, ребята. Какой-то клоун или кто это, я не знаю. Интересно, ребята, очень интересно. Так, ждем, когда он на нас сейчас выскочит, и сразу его зашмаляем бомбочками. Ах, не знаю, сколько я там бомбочек скинул. Ну, наверное, очень мало. Да я ему вообще ничего не отнял даже, ребята. Практически ничего не отнял. Смотрите, он абсолютно... Смотрите, у него там как было пол жизни, так и осталось, ребята. Да, вот это босс. Вот это босс. Это, ребятки, босс. Да, здесь надо по-любому нам жизнь. Нам надо только жизнь. Давайте крутанем спинчик в надежде, что будет выпадет нам жизнь, ребята. Увы. Увы. Без жизни очень тяжело. Не знаю, сколько раз нам придется переиграть. Ну что, ребятка. Очередная попытка. Я тут немножко порассуждал, поиграл и понял, что лучше, наверное, нам газовать до самого финиша. То есть не сражаться с этим супербоссом, потому что мы его все равно не сможем победить. Он сильно мощный. А просто берем и сматываемся, ребята. Максимально убираем нитрочки, да, и улетаем. Подальше до этого босса. В надежде, что там, может быть, хоть мы его не собьем, но на этом игра закончится. То есть мы ее пройдем. Нам главное же до финиша доехать, да, в принципе. Я так рассуждаю. Поэтому давайте попробуем такую стратегию. Ух ты, сматываемся, таких еще какие-то на нас противники нападают. Нет ниточки, мне надо ниточка. Хорошо, взяли ниточку и полетели. Так, ребята, ну неплохая, да, задумка. Надеюсь, все получится. Потому что, если бороться с боссом, нам надо как минимум жизнь. А у меня ее нету запасная. Или, как минимум, нам надо хотя бы танкоминатор. А танкоминатор, как вы знаете, здесь глючит почему-то. И его тоже нету. Поэтому, получается, битлик, он очень слабый для этого босса, ребята. Поэтому нам проще таким вот образом уезжать отсюда поскорее. В надежде, что мы пройдем игру. Ну же, давай, ребята. Я подъезжаю к финишу. Ну что? Все? Все, ребята, да? Фу! Ну что, ребята? Я уже ничего не буду, никакие спины крутить. Нажимаем следующий уровень. И что? Все, ребята? На этом все? Никакого даже не будет, никакой отсылки ко второй части. Я думал, какая-то хоть заставочка будет. Ну ладно, ребята. В принципе, на этом все. Пускай босса мы не победили, потому что, как я еще раз говорю, у нас нет танкоминатора и у нас даже нету запасных жизней. А битрик сильно слабенький. Зато мы прошли все уровни. Все уровни у нас пройдены. И теперь уже дальше будем ждать обновления. Машина есть машина третьей части. Там вроде бы скоро должен тоже выйти танкоминатор, ребятки. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующее видео. Будем за танкоминатор играть уже в третьей части. А на этом все. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.